Мы тут встали, и смотрите, я впервые вижу, что в Испании был дождь, еще и такой, достаточно сильный. Льет, ливень, можно так сказать. Ну, хоть немножко освежит и промочит все это. Потому что очень жарко и сухо, и небо сегодня затянуто все. Но не холодно, душно. Полил, там уже, кстати, посветлее. А здесь такой, ух, дождик, дождик. Теплый дождик. Я вон, смотри, Юр, пальмы растут, на, видишь, на доме. Я видел, человек кушает, я вижу. Ну. Да. Хоть освежит все. Как-то у нас тут потемнело быстро, тучи, облачно. Ветерочек такой прохладный, хорошо. Ну, купили сегодня много вкуснятины. Смотрите, какое у нас классное есть мороженое, которое стоит вообще очень бюджетно. Вот эта вот упаковка, здесь 6 штук, стоит 2 евро. И вот такие вот тоже 2 евро. Есть еще дешевле, есть чуть дороже. В общем, все бюджетно. Опять заполнили холодильник. Купили большую банку Филадельфии. Тоже стоит, по-моему, около 2 евро. Куча всяких. Вот такие вот сырочки купили. Сейчас вообще, по-моему, на скидке были меньше евро. Представляете, здесь 16 сырков, меньше евро. Куча-куча разной вкусноты. В общем, обалдеть. Сыры кушаем. Вот с голубой плесенью. Очень дешево тоже стоит. То есть где-то евро. У меня, я люблю беленький, взяла себе с белой плесенью. Тоже очень дешево. Опять фрукты, черешня, бананы, напиточки всякие. Вот такие вот штуки взяли. Классные. В общем, куча всего. И Юра тут у нас решил приготовить картошечку. Картошечку я сейчас буду делать мясо. Вкусненькое. О, запекается. Отлично. И сейчас быстро мясо пожарим. Не знаю, как это плитой пользоваться, короче. Выключи и все. Тут как-то непонятно, ничего не написано. Выключи, чуть-чуть остынет, поставишь внутрь, чтобы не... Это... Подсохнет, мне кажется, вообще. Вот, так что тут кушаем, отъедаемся, пьем всякую вкуснятину, кушаем всякую вкуснятину. И к этой картошечке очень классно вот этот вот испанский традиционный соус алиоли. Он с чесночком, очень классно. До конца, наверное, не выключу. Вот. Так что все, пойдем приготавливаться к ужину. И вот наш ужин. Полубелорусский, полуиспанский. Колбаски, сырочки, салат с тунцом, картошечка. Мяско, оливки. Индейка. А, индейка. Индейка. Ну, мясо, да, индюшиное индейка, мясо. Индейка, пожаренная на ламбу. Вкусные всякие штучки. Да, добавила вино. И черри. Так что садимся кушать. Всем приятного аппетита. Как всегда, я заканчиваю кадр. Ага, ага. Выбрались на очередную вечернюю прогулочку. Здесь такой контраст. В одном месте могут быть такие дома не очень. Ну, вообще не очень, прям такие, как развалины. Буквально заходишь за угол, и уже такие вот, как здесь, высотки, и достаточно неплохие. Вот это, везде пальмочки, и свет у них везде одинаковый, такой приятный, желтенький. Вот тут. И все это так в радиусе квадрата. Ходишь туда-сюда, и вот испанцы, они только вечером выбираются. А какие-то посиделки, и дети здесь тоже поздно ложатся, да? Мы вот гуляли. Самый приятный на этой улице это я. Ага. Мы вот вчера гуляли, было уже, наверное, час, если не больше. И еще с детьми гуляли, причем с такими какой? Малышами. Два часа ночи мы гуляли спокойно. Вот здесь вот так вот буду вам показывать, какой есть контраст. А тут вот а-ля Новый год блестит за окошком. Все. Тут такие домики, совершенно все разные. Много растений, кстати, очень транспорт у них поздно ходит. Не знаю, по-моему, до часу ночи точно, если не позже. Да, даже, наверное, позже, чем до часу, наверное, до двух. Вот здесь вот классные, тут продаются квартиры тоже. Красивый подъезд такой. И дома такие яркие, разноцветные, красненькие, бежевые, красненькие,
всякие такие вот. Так, Юр, мы туда выйдем в сторону порта. Пошли туда. Ну, давай по этой, хорошо. Вот тут вот такая красота. Фонтанчики. И дальше уже впереди порт. И вот так вот поздно ходят, я не знаю, как это сказать, по-испански это трен, это типа как электричка, типа как поезд. Вот такие вот, вот фонтаны. Вкусные, кстати, штуки мне нравятся. Специфически, конечно, но какими-то приправами я не предусказаю. Не скруто дэн, то да ту собор. Альбо... Альбухайка. Я не знаю, что такое. Какие-то травки. Но... Очень вкусная. Фонтанчики. Как вам температурка в 11 часов ночи? 29. Обалдеть. А вот и вечерний порт. Там дискотека, походу, уже слышно. По-моему, да. И вот. Сюда. Пошлите сначала туда, потом туда. Здесь вот стоят яхты. И тут, и тут. Там вообще огромное. Хотим туда пройти, но что-то все закрыто. Может быть, как-то удастся. А так очень красиво. Все сидят. Можно зайти вот на эту штуку. Не знаю, как это называется. Там тоже посидеть возле водички. Здесь какая-то стройка. Да, класс. Воздух такой теплый, но немножко так пованивает. Морским всем. О, решили по такой спуститься поближе. Смотрите, везде вода. На таком помосте. Там музыка. Классная такая атмосфера, даже ночью. Ночью испанцы вон только просыпаются. Вот, мы стоим на таком помосте. Везде вода. И такой видончик классный. Вот оттуда мы пришли. Смотрите, как классно. И тут какое-то здание, я не знаю, что это. Светится красиво. В общем, Валенсия ночью только просыпается. Яхты, яхты. Так, все, пошлите дальше. Что там интересного еще должно быть? О, тут какой-то бой курантов. 11 часов. Да, 11 часов бьет. Я не знаю, кстати, что это, нужно посмотреть. А мы вдоль моря все идем, идем. Блин, вот стоит одна яхта. А тут, блин, закрыто. Мы так хотели туда попасть. Там так красиво, дорожка. Ну, блин, закрыто. Ой, смотрите, какие кактусики тут просто огромные. И там вот целая аллея их. Вот тут вот. Они больше, чем я по росту. Вот я, а вот кактус. Здесь уже веселье какое-то. Это, наверное, какой-то клуб, да? Тут уже вот так вот все блестит, горит. Морешка. Приближаемся здесь к музычке. Классно, да? Это не особо упряжно. О!
остался. Что, Юра же там? Серьезно? Где? А, вот, пошел. Вот он пошел, да. Вот, крутяк. Пошли на второй этаж. И вот посмотрите, какая прелесть. Я, конечно, понимаю, что это может быть не очень, но меня это так поразило. Это биотуалеты. Разного цвета, очень яркие, зелененькие, желтые, красные, оранжевые, розовенькие для принцесс. На любой вкус, какой хочешь. Хочешь зеленый, хочешь розовый. Какой? Какой? Смотрите, какая красота. Просто супер. Они просто неоновые, яркие-яркие. А здесь вот площадка детская. Там еще одни туалеты. Пожалуйста, здесь смотрите, то, что у нас стоит денег. Здесь просто папа, вон, пристегнул своих детей, нажал, и они прыгают на батутах. И здесь огромная площадка, где куча-куча всего. Просто приходишь вечером погулять со своими малышами, заодно и сам позанимаешься. Посмотрите, какое разнообразие. И вот, наши залезли куда-то. На какую-то штуку. Вася! Залез! Все, отталкивайся! Отталкивайся! Вася, отталкивайся! Вы в одну сторону определитесь, какую.
О, посмотрите на лосей этих. О, вот такая вот классная. Здесь дети прыгают, катаются. Здесь, смотрите, куча всяких горок. Вообще, вот там такая, как трос натянут. И эти давно хотели здесь покататься. Смотрите, как это классно. Боже, когда до нас дойдет что-нибудь подобное? Не знаю. Вот. Едет. Там прыгают. И здесь куча всяких. Чем балдеть. Смотрите, сколько народу гуляет. Уже начало первого. И все не спят, развлекаются, гуляют. Хотя завтра будний день. И тут классная площадка тоже. Здесь все прорезиненное такое для детей, мягкое. Ну, ты же достаешь, что ты не отталкиваешься? Вот это вот элитный клуб, прямо возле моря, набережная, море, и здесь уже какой-то тупик. Юра тусит вдоль. Огни горят. И вот вам еще красивого вида. Полиция ездит. Полиция здесь вся как на подбор просто. Днем они ходят в шортиках, таких до колена. Также по пляжу могут ездить на мопедах. На машине дежурят. И здесь вот опять яхты. Присели птенцы посидеть. И вид такой, и запах такой вкусный, морской. Камушки. Вот классно, да, вот вышел ночью. Посидел, пообщался, и время прошло. Когда нечего делать, просто вышел к морю, прогулялся. Класс, блин. Просто супер. Сам мне так нравится. Обалдеть. И тепло. Хоть и вечером, градусов 27, наверное, еще. Приехали. И вот мы вдоль набережной. Приехали. Гуляют и взрослые, и молодежь. Так красиво, цвет такой приятный. И мне еще больше всего нравится то, что дети не спят. Сейчас почти час ночи, а много сейчас где гуляют с детьми. Даже вчера мы ходили, и там, наверное, до 2 часов ночи. Дети, причем такие малыши, года 2. 2,5, даже меньше, в колясках. Не спят, гуляют. Классно. И сейчас тут всякие кафешки работают. Комар какой-то летает. И здесь, посмотрите, какая здесь красота светится. Слепили замок из песка. Красотень. Все такие нарядные. Блин, как они мне все нравятся. Это просто вот мое. Вот смотрите, с детишками маленькими на руках. Не знаю сколько. И час ночи гуляют еще. И тут в колясках, и тут. В общем, город не спит. По кафешкам везде. А там дальше, там вообще еще больше всего. На набережной сразу медпункт, туалеты.
Все классно, все продумано. Есть где ноги помыть, площадка для детей. Есть души. Здесь красиво пальмочки. Ну, смотрите, сколько детей тоже впереди идут. У нас уже в 9-8 укладывают, а здесь все ночной жизни. И это при том, что завтра будний день. Всем на работу. И вот, смотрите, это все апельсиновые деревья. Вот апельсинчики. Они сейчас зеленые, уже не сезон. Вот апельсинчики, вот. Вот тут. Красавцы растут. Ну вот, вот. Красота, да? Сезон апельсинов зимой. Сейчас уже закончился. Вот. Апельсиновые деревья, вот. Везде, в общем. У них апельсиновые деревья, это как у нас какая-нибудь береза. Ай, красота какая. Вот тут их сколько много висит. Юра у нас старый мужчина. Бедняга. Подняться не может. Домой вот, поднимается. Для инвалидов. Смотрите, как классно сделано, да? Здесь получается лестница с первого этажа. У них это нулевой в Испании. Для того, чтобы подняться, вот такой вот лифтик, выходишь. И дальше уже заходишь в лифт. Тот, кто не может, старые, пожилые. Класс, да? Оп. Вот мы и дома.